Is now starting. All attendees are in listen-only mode. Итак, я рад приветствовать вас на нашем вебинаре, семинаре от учебного центра «Специалист». И я хочу сегодняшние вот те 45 минут, которые у нас есть, посвятить самым, наверное, тяжелым, наверное, одной из самых тяжелых профессий – это продажникам. Хотя вебинар будет не совсем про продажи, но для продажников. И назвала я эту тему не просто так «Новая философия продаж, приносящая успех», поскольку мне есть чем поделиться. Но для начала представлюсь. Зовут меня Шульга Елена, кому нужно Александровна, отзываюсь и на Елену просто, и на Александровну. И если говорить про продажи, то управляю продажами я больше 20 лет. То есть так случилось, что еще в глубокие 90-е годы, но у меня уже был бизнес. На тот момент настолько денег всем не хватало, что нужно было как-то крутиться. И, учась очно в университете, каким-то чудесным образом, как мне говорят, я умудрилась уже открыть свой первый, ну, такой отдел в магазине, потом второй, потом третий. Ну и, как говорят, потом все понеслось дальше и дальше. Поэтому действительно есть чем поделиться, потому что всю свою жизнь фактически я управляю, ну, на сегодняшний момент уже и компанией управляю, но так или иначе любая компания, она либо что-то производит и опять же продает, да, либо просто перекупает, продает. Так или иначе, это все равно связано с продажами. Поэтому тут очень важны такие аспекты, которые вы можете задавать вопросы, кстати говоря, да, у нас на лучше его их заранее писать мне, или вы себе в тетрадке в конце пишите, чтобы в конце вебинара у меня была возможность ответить вам на вопросы. Угу. Вся моя история, так скажем, она написана у вас сейчас на слайде, да, образование, чем я занималась. И тут очень важный момент, что поскольку я сертифицированный коуч и психолог, я стараюсь во все продажи привнести нечто более, так скажем, помягче. Потому что если говорить про продажи, то за время, как только распался Советский Союз, продажи очень сильно трансформировались. Если вы помните, то в свое время, там, в 80-е годы, в 90-е годы был жуткий дефицит. И как таковым продажникам было достаточно легко, потому что ничего не было. А что нужно было продать? Нужно было просто где-то достать что-то, да, и продать. То есть никаких навыков, там, клиенториентированности, как здороваться, как не здороваться. Вот это все совершенно не нужно было. Но мир не стоит на месте. Мир изменяется, и поэтому продажникам нужно изменяться. И те такие злостные, вот портрет у каждого свой, такие, вспомните, кто стоял за прилавком в Советском Союзе. Далеко не всегда очень приятные личности, я бы так сказала. Да, да, они были в белых там одеждах, в фартуках, но не всегда они рады были посетителям. Их тоже можно понять, да, если это был дефицит, во времена дефицита. Это были огромные очереди, это были по большей части большое количество людей, которым лишь бы что-то, лишь бы хоть кусочек какой-то урвать, а не там никакой консультации. Ну что, разве спрашивали наши родители, какое масло сливочное сегодня, да? А какой там состав, а какой производитель? Это вообще не имело никакого значения, потому что какая разница, какой производитель? Это единственное масло, которое ты мог купить. И все. Поэтому, если говорить о трансформации некой, да, вот и продажников, и целевой аудитории, вот я сегодня хочу поговорить об этом. Угу. С вашего позволения, хочу начать прям вот с тенденций,
Какие тенденции в обществе на сегодняшний момент есть? Во-первых, это перенасыщение товарами и услугами. Согласитесь, вот когда сейчас заходишь в любой магазин, вы точно знаете, какую колбасу, например, купить. Если честно, я сейчас даже в растерянности про хлеб. Сейчас такой ассортимент хлебобулочных изделий, что ты подходишь и думаешь, а раньше было проще. Зайка белого, зайка черного и батон. А сейчас очень много всего. И любой потребитель, мы же тоже с вами потребителями, я вот сейчас буду неоднократно вам немножко вас с другой стороны ставить, да, с другой стороны прилавка, я бы так, прилавка в кавычках. А как мы как потребители сейчас выбираем? А как мы покупаем? На что мы смотрим? А если говорить про активные продажи, когда именно продажник тебе звонит, да, или приходит, то на что мы смотрим? Как мы выбираем? Поэтому вот сегодня это будет про это. Перенасыщение товарами и услугами мы сейчас чего только не имеем. То есть сейчас по большей части, по-моему, даже нет такого продукта, который вот прям вообще никак мы не можем достать. Есть интернет. Если даже нет в твоем магазине, ты можешь зайти в интернет и заказать хоть с США. Да? То есть все можно. Скажите, пожалуйста, просто как заметили ли вы, насколько рынок услуг сейчас тоже расширился? Я вот в пример всегда привожу Яндекс. Раньше, буквально лет 5 назад еще Яндекс это что? Поисковая система. А сейчас? Услуга Яндекс.Такси есть? Яндекс.Еда есть? Есть. А они только начали. Они только начали. То есть огромное количество... Яндекс, о, кто-то говорит, это реклама. Да, то есть, смотрите, на самом деле практически многие компании, которые раньше занимались одним чем-то, сейчас они начали расширяться. Ну, даже не сию секунду, да, там какое-то время назад. И вот это расширение, оно приводит к чему? К насыщению. Люди стараются выбирать. Если раньше у них был, например, один поставщик чего-то, то сейчас они могут выбрать из ряда поставщиков, а кто, например, им привезет еду. Качество и количество. То есть одно следует из другого. Как только у нас стало очень много товаров и услуг, любой потребитель становится избалованным. Вот я и это хочу, и это хочу, и это. Если раньше говорили про то, что ты, если хочешь качество, то это должно быть дорого. А сейчас... Вы нам дайте качество вот такое-такое и количество, чтобы много было, ну и чтобы стоило это дешево. Мы хотим все и разом, как потребители. И самое интересное, что практически все компании нацелены на вот такой снижение расходов, например, да, на какой-то эффективности для того, чтобы позволить клиенту получить это. Но не все, потому что наверняка сейчас... присутствует либо на вебинаре, либо кто в записи смотрит, либо сейчас. Есть ли здесь люди, которые пользуются, например, айфоном? Так, есть. А когда, как вы принимаете решение, поменять уже пришло или не поменять? Можете в чат писать, коллеги. Тормозить начинает. Так, вариант тормозить начинает. Когда вы меняете телефоны? Ладно, пусть Android будет. Когда меняете телефон? Вот как вы понимаете, что пришло поменять телефон? Когда не выполняет свою функцию, да. Когда не выполняет функцию. Коллеги тут пишут, Евгений, уже айфон от расточительства. Ну, смотрите, то есть на самом деле часть людей, мы сегодня обязательно об этом поговорим, часть людей относится к этому несколько так консервативно, да, сломался или там перестает выполнять свою функцию, купили новый. Но ведь огромная часть людей, которая меняет, вовсе не из-за этого. Да. Вот только что же опять вышла новая версия, да, и уже там сколько, 500 тысяч, что ли, по-моему, вот я только вчера по радио слышала. То есть это вот какой же мотив? Вот знаете, вот когда я слышу такие новости, что кто-то стоял в очередях, не знаю, сутки давился, чтобы купить iPhone за 500 тысяч. И тут же обсуждают, что за 500 тысяч можно съездить в Европу, тур купить, пожить там недельку, прям вот прям хорошо релаксировать, и купить там его дешевле, и приехать уже вот с новой версией.
Я говорю, нет, это уже будет недельный айфон. Понимаете? И я, например, как человек, который управляю продажами, да, каждый раз сижу и думаю, так, то, как я думаю, это не означает, что так же думает аудитория. И вот мне прям очень сильно хочется на эту тему сегодня поговорить, для того, чтобы мы четко понимали, когда мы что-то продаем, чтобы мы не из своих потребностей, не из своего, так скажем, принципа, почему мы там покупаем или не покупаем, а из того, что там на самом деле есть на улице. На улице, ну я имею в виду, да, вот это наша целевая аудитория. Что еще важно? Это маркетинг. На сегодняшний момент маркетинг стал в первую, даже ну так, на первое место. Если раньше был в первую очередь сбыт, потом маркетинг, и функция маркетинга, я могу сказать, что на крупных предприятиях, кстати, до сих пор на некоторых предприятиях это не поменялось, но я сейчас говорю про заводы целые, что функция маркетинга, она какая-то такая по остаточному принципу. Ну вот они там, они на выставках, говорят, выступают. Ну, в смысле, вот поставили там стол, стул или какой-то, и вот они там стоят. Потому что все остальное, по большей части, получается, они не делают. Хотя сейчас маркетинг вперед. Почему? Люди избалованы, люди хотят определенные вещи покупать, да, и они избалованы настолько, что сейчас приходится не только рекламой светить. Просто сейчас рекламу, вот таргетинг настроить, это не работает. Надо очень четко понимать свою целевую аудиторию, надо понимать, кто они, чем они дышат и чего они там хотят. Прям вот узко-узко направлено. И по большей части сейчас могу сказать, что действительно, если у вас хорошо выстроен маркетинг, то продажникам работать очень легко. Я бы даже сказала, что в какой-то момент я испугалась, я видела, как процветает в некоторых индустриях маркетинг, я поняла, что им скоро продажники не нужны. Знаете, вот сейчас же есть же 10 профессий, которые сейчас архиважны, а 10 лет назад их еще не было, даже 5 лет назад. Ну, вот, например, SMM-маркетинг, да, тут в соцсетях. Его же не было такой профессии, появилась новая профессия. И там роботизируют, автоматизация. Я в какой-то момент села, такая думаю, неужели и продажников тоже автоматизируют? Ну вот, будет робот, и все. Ходит такой робот и продает всем. Потом поняла, да, вот сегодня у нас целый день был развитие эмоционального интеллекта, я поняла, что вот эмоциональный интеллект пока роботы, ну, есть искусственный интеллект, роботы пока не могут, ну, вот, вшить эту программу. И, соответственно, пока у нас, если кто работает в продажах, я думаю, работа будет. Уж, по крайней мере, на наш век должно хватить. Понимание целевой аудитории – это тоже тенденция, что ты должен четко понимать, кто твоя целевая аудитория. Вот это должен быть портрет, прям вот четкое понимание портрета этого. Мужчина, женщина, какого возраста, чем он занимается. Вот не в общем, а прям вот реально. Я просто вот буквально только что позавчера читала статью, брали интервью у вот, Натура Сибирика. Угу. До этого у него да. были рецепты бабушки Агафьи. И вот эти да. рецепты бабушки Агафьи, мы уже привыкли к ним. Да. А тогда они же были чем-то нонсенсом. Безусловно, что... каждый. Да. И теперь они, опять же, новые логотипы. Опять же, теперь не только рецепты бабушки Агафьи, да, Натура Сибирика появилась и так далее. Они над дизайном работают. Потому что даже какого цвета у вас упаковка, будет зависеть. Продажнику либо легко будет, они либо даже, сложно. Да, они даже придумывали историю этой бабушки Агафьи, да? Придумали имя. Кто ее искали. Муж, кто да. ее, все искали, да. Но вот он писал, что вот он говорит, нет, эта бабушка Агафья должна быть такая, что вот заходит вот эта 40-летняя женщина, работает она там учителем, так далее, вот муж там, дети безусловно. Не слушаются, вот она заходит, да. ей грустно вот в эту ванную, закрывает дверь, видит вот эту бабушку Агафью, а бабушка с чем ассоциируется? Моя сладкая. Это да. не то, что вы чтобы шауму. Что-то кто-то пожалел. Да, вот да. на самом деле, ну вы посмотрите, даже если взять любую рекламу, она очень четко бьет на определенную целевую аудиторию. Да. Посмотрите рекламу, это все благодаря маркетингу. Они должны изучать эту целевую аудиторию, да, чтобы продажник не бегал ко всем подряд. Это или там звонил ко всем подряд. Нет в этом никакого смысла. Ну, это знаете, как я, у меня притча в языцах. Я в свое время покупала автомобиль, и, как обычно, приходишь в салон, ориентируешься на один ценник, но нравится это всегда тебе чуть побольше, но тем более я же девочка, мне же нравится. Я понимаю, что мне там не хватает. Немножко, но не хватает.
Думаю, ну ладно, посмотреть либо кредит, либо, ну, я, поскольку владельца бизнеса, поэтому у меня есть возможность в лизинг еще взять. И я на свою голову позвонила в лизинговую компанию, спросила, какие там ставки, да, насколько это выгодно. Потом все-таки я решила, что я своими обойдусь. Все, я про них забыла, про эту лизинговую компанию. Проходит там энное количество лет, в базе-то я у них осталась. И мне просто звонят и говорят: здравствуйте, Елена Александровна, скажите, пожалуйста, а вам еще один КАМАЗ нужен? Я никак не пойму вообще, при чем тут КАМАЗ? Про что меня спрашивают? А вам, говорит, с фуры или без? Я говорю: вы, видимо, ошиблись номером. Нет, вы же, говорит, Елена Александровна. Я говорю: Елена Александровна. Я говорю: мне КАМАЗ не нужен, и почему еще? Я не покупала никаких КАМАЗы. Я живу в Москве, мне тут его некуда ставить. Тут бы легковую куда-нибудь найти, поставить. Вы знаете, можно же какой бизнес там. И начинают мне... Они вообще не слышат, о чем говорят. То есть они продолжают. Я говорю: подождите, я не ваша целевая аудитория. Вы работаете, видно, с машинами и сельскохозяйственным профилем. Я узнавала в свое время, я поняла, откуда ноги растут, да? Но мне не нужно. Мне не нужен КАМАЗ. Ни с фурами, ни без фур. Вообще, в принципе, мне не нужен КАМАЗ. Не слышит. Вы знаете, я от них отбивалась, я не знаю, наверное, месяц. Пока уже вот совсем... не позвонили в то время, когда мне совсем неудобно было говорить. Я попросила руководителя их, говорю: соедините, я хочу 10 КАМАЗов, пожалуйста, соедините меня с руководителем. И только руководитель меня понял. То есть все продажники, которые мне звонили, они не понимали, продолжали звонить и наседать мне на то, что мне нужен КАМАЗ. К сожалению, такое бывает, и причем это вот буквально там в этом году было. Поэтому важно понимать, что кто твоя целевая аудитория, не тратить время. Они же конверсию потом неправильно считают, да? Вот воронка продаж. Я же ко всем вхожу в воронку. Получается, что мы будем ругать продажника, который плохо звонит. Так он звонит не тому. Он таким, как мне, если будет звонить, у него конверсия будет ноль всегда. Ну вот, ну не нужен мне КАМАЗ. Я блондинка, зачем мне КАМАЗ? Не хочу я КАМАЗ. Поэтому вот когда мы вот это забываем, то, соответственно, опять же, не получается у нас продажи. Если раньше, в период дефицита, ой, я не знаю, нужен мне телевизор еще, но на всякий пожарный возьму, да? На всякий пожарный надо взять. То сейчас же на всякий пожарный это не берем. Сейчас зачем брать впрок, если можно все купить? Свеженькая, за IT-технологиями вообще не угонишься ты сегодня. Зачем смысл покупать 2 телефона? Нет никакого смысла, потому что через там год, через два он уже все, уже совсем не тот формат. И вот концепции таковы, что цель маркетинга в первую очередь это сделать усилия по сбыту ненужными, да? То есть цель маркетинга – настолько хорошо понимать целевую аудиторию, настолько хорошо упаковать тот продукт, который продается, для того, чтобы по большей части продажнику уже нужно было подобрать некий индивидуальный подход, да, то есть вот каким образом там ему уже непосредственно самому клиенту это преподнести, и точечно бить уже на эту целевую аудиторию, потому что иначе воронка продаж, я говорю, это вот холодные звонки просто такой, ковровая бомбардировка, дайте-ка мы всем подряд позвоним. Надо, не надо, всем подряд позвоним. Мало того, что это раздражает, тем более холодные звонки, например, они уже по сути изжили себя, именно в формате, вот просто позвонил, а вам нужно вот это, а вам нужно вот это. То есть нужно узнавать всегда, что за целевая аудитория и кому мы звоним. Потому что что такое маркетинг? Ну, в первую очередь, это искусство, это наука. Правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять, наращивать количество потребителей. Да, вот все наши рекламные акции, которые идут, например, даже в нашем вот центре тоже есть, например, акция «Настоящий специалист». То есть чем больше вы на курсах у нас учитесь, тем, соответственно, больше у вас накопительная скидка. И вот люди, которые там прошли определенное количество курсов, им экономичнее. А тут опять же все понятно, почему так делаем. Потому что на привлечение нового клиента ого-го, сколько денег нужно. А уже на повторного мы не тратим столько денег. И, соответственно, мы можем этими деньгами поделиться, и вам дешевле. То есть, на самом деле, постоянными клиентами быть выгодно, имейте в виду. Это не только вообще касается нашего центра, это касается вообще всех. Ну, при условии, что вас устраивает качество, безусловно. Да? То есть, мы не будем же покупать что-то, ну, нам не нравится, ну, скидка, ну, или покупает кто-нибудь так. Не покупайте. Не нравится.
ну, покуп, ну, потому что скидка все равно куплю. И есть, хочу показать вам 5 правил, которые необходимо знать любому продавцу. Первое – это изучите свою целевую аудиторию. Вот прежде чем начать, у кого-то хороший маркетинг, у кого-то не очень хороший. Да? Теперь мы не ждем маркетологов, мы начинаем изучать самостоятельно. То есть что это за люди? И вот как раз, чтобы вот эта конверсия была не просто так, потому что просто брать и звонить, то есть то время уже прошло. Не будет у вас хорошей конверсии, потому что когда меня спрашивают, какая у тебя конверсия по телефонным звонкам, я говорю, по целевой аудитории. Вот я уже стала спрашивать этот вопрос, потому что если это не целевая аудитория, то это виноват не продажник, что у него там отказы, а виноват то, что он звонит не тем. Да, ну зачем вы будете столько, ну вот, допустим, видели сейчас кучу мошенников, наверное, видели по телевизору, когда продают бабушкам, дедушкам всякие таблетки, какие-то суперсредства по телефону. Люди четко, да, мошенники, но при этом они очень четко выбрали свою целевую аудиторию. Ну, смысл им звонить молодым и говорить о том, что у них там куча всяких заболеваний. Ну, во-первых, они не поверят, скорее всего. А бабушки и дедушки, которые уже озабочены своим здоровьем, да, у которых, ну, действительно уже со временем, с возрастом здоровье становится не очень хорошим, надо думать, это целевая аудитория, она уже подогретая. Им только вот дай, и все. И вот они получают, что они по телефону, мошенничество по телефону. Представляете, вот какие продажи? Я сейчас вот специально даю такой негативный даже пример, но к вопросу о том, что как важно понимать свою целевую аудиторию. Там сажают потом, вот скрипты дали, на, читай. То есть без всяких даже супер навыков, и люди продают. А теперь вот надеюсь, что вы занимаетесь не такими вещами, да, и все-таки в рамках законодательства все работаем. Только подумайте, если вы выстроите хорошее, четкое понимание, кто ваши клиенты, да еще и обучены этому, да, я имею в виду, что как продавать, как создавать эти скрипты, как разговаривать, то я думаю, что у вас с продажами вообще все будет окей. Ой, второе, это слушайте как предприниматель, да, вот второй такой совет, можно сказать, что, про что это? Это про активное слушание, да, то есть процесс покупки включает в себя несколько последовательных шагов, которые проходит потенциальный клиент. Сначала он может сам слушать только, да, потом он может вопросы задавать. И по большей части, прежде чем клиент покупает, любой, вот вы себя вспомните в качестве клиента, они обычно направлены все шаги на то, чтобы оценить качество, количество, надо мне, да, куда примеряем, грубо говоря, шапку на себя, взяли такие, мое, не мое, мое, не мое. То есть прежде чем мы уже деньги отдаем, мы очень четко понимаем, а где мы будем, или, например, а где мы будем это платье носить, да, вот девочки. Мы купим платье, если вот вообще непонятно, куда носить? Да не купим. Ну, скорее всего, не купим, потому что, ну, какое бы оно королевское ни было, ну, чего. Хотя у некоторых есть такое, что раз королевское хочу, некоторые и второй, третий раз замуж могут выйти, потому что платье понравилось. Mm-hmm. Да, то есть, ну, по-всякому бывает, разные люди. Следующее, что это нужно, это продать себя. Самый важный, наверное, аспект в продажах, когда вы уже общаетесь с клиентом, это про то, что когда мы прячемся, мы как продажники прячемся за компанией, прячемся за каким-то продуктом, то у клиента некий расфокус, потому что он видит не компанию, он видит тебя как представителя компании. Да, он слышит тебя как представителя компании. И вот если вы только по телефону разговариваете, то здесь, по сути, вообще только голос. Вы голос своей компании. Или вы лицо своей компании, если вы, соответственно, встречаетесь очно. И очень часто люди, любой клиент спрашивает, а чем вы лучше, чем другие? Коллеги, вы знаете, этот вопрос для вас. Этот вопрос про вас. Чем лично вы, Иван, лучше, чем другие? Чем лучше вы, как зовут? Марина лучше, чем другие. Чем лучше вы, Екатерина, и так далее. То есть, понимаете, вот эти вот моменты, которые вам задают вроде, и мы начинаем отрабатывать, наша компания там то-то-то-то-то. Ребятки, вопрос задали про вас. Это под некий такой подтекст про себя. Чем ты лучше, как продажник? И поэтому, знаете, очень важный момент, вот, продайте себя в каком ключе. Да, вот я практически там полжизни занимаюсь финансовым консалтингом. Там было за плечами страхование жизни.
И никогда не забуду, то есть когда мы занимались, вот я лично как продажник выросла именно как продажник, не как управленец, а именно как продажник, именно в страховании жизни. Активные продажи, никому это не нужно, это по сей день никто в очередь не становится. Или там инвестиционный продукт, это тоже все, вот знаете, у нас в России нет такого культа, чтобы мы там дорожили этими деньгами, нам все... Да, у нас долгосрочная история. Я вот на этом бизнесе выросла, на одном из самых тяжелых. То есть продавать воздух, что у тебя когда-нибудь через 20-30 лет будет тебе счастье, это, наверное, самая тяжелая история. Но вот мне подфартило учиться на такой тяжелой истории. И очень успешно. И вы знаете, я помню момент, когда я спрашивала своих клиентов, вот прям своих, а почему именно у меня купили? Вот даже интересно, вот приходили там еще кто-то, почему у меня купили? Вот чем я таким отличаюсь? Я-то, безусловно, понимаю, что я там, есть у меня какие-то регалии, но я сейчас не про это, про то, что когда я спросила, и мне практически все разными словами, знаете, что сказали, а ты не фокусировала только на своей компании, у тебя было искреннее желание просто помочь некой ситуации, ну, то есть вот есть там ситуация у человека, у него там не прикрыты какие-то риски, и те риски, например, касаемо там автомобилей, жилья, я этим не занималась. Но когда человек задавал вопрос, я точно так же отвечала, я была компетентна, я сидела, изучала другие компании, как у них это, и говорила, я вот здесь вот, мы не работаем, при этом я вам дам. Я ответила на все вопросы, у человека было полное ощущение, что я тоже этим занимаюсь. И я давала контакт, я говорю, самого проверенного человека, то есть я имела друзей в других компаниях, которые занимались, например, страхованием имущества, страхованием бизнеса, страхованием, ну, то есть того, чем я не занималась. И я просто давала телефоны и обязательно потом звонила клиенту и спрашивала, как все у вас прошло, все хорошо, все получилось, там ваш бизнес или там финансовые риски застрахованы. Да, Лен, спасибо большое. И практически все мне думали, что это вообще мои какие-то подчиненные. Я была на тот момент простым продажником. То есть у всех было ощущение, что это я кому-то делегировала, и вот они к нему там приходят, поэтому другие люди. И вот этот продайте себя, чтобы вы были ценностью для клиента. Не ждите сразу, вот тебе денег дай. Иногда порой поможешь человеку неким советом, куда обратиться, он к тебе потом будет постоянно ходить, и он станет твоим клиентом, или кто-то от него, или какие-то рекомендации будут уже тогда станут клиентом. Понимаете? Не всегда тому человеку, с кем вы встретились, вы нужны именно как клиенты, как продавцы. Ой, четвертый – это не будьте занудой. Простите за сленг. Но это вот как раз про то, что если вы понимаете, что человек не... Вот он говорит, что часто в скрипте такое. Здравствуйте, вам удобно сейчас говорить? Я говорю, здравствуйте, неудобно, перезвоните в 3 часа. То есть я говорю конкретно, я преподаватель, у меня есть фиксированные перерывы, когда я только в это время могу говорить. Если он мне не позвонит, ну не в 3, там, в час, например, в час не позвонит, я потом не смогу взять трубку. И он будет сидеть обижаться и думать, что я его динамлю. Я его не динамлю. Я не могу во время лекции, вот сейчас вебинар идет, я не могу брать трубку. А потом, поскольку все звонят с каких-то общих телефонов, как я пойму, кто мне там звонил? Я вот сколько раз пытаюсь найти, там либо IP-телефония, куда назад не позвонишь, да, ну и думаю, в конце концов, я же им нужна, кому нужна, будет мне еще раз звонить. Если тебе клиент сказал, перезвони во столько-то, перезвони, не будьте зануды, не нужно его в этот момент, просто его эмоции эти выводить. Но это как минимум просто неэтично. Ну, правда, вы бы вот сами так хотели. Вот продолжает разговаривать, говорю, девушка, вы меня слышите, вы меня задали вопрос, я вам ответила. Все. Ну, то есть получается, что сами же клиентов накручиваем, чтобы они бросали трубки. И потом уже не брали в черный список тебя. Раз, и все. Поэтому 4-й пункт – это вот больше про это. Ну и 5-й, что если мы будем помнить о том, что любая продажа, она не заканчивается после продажи. Знаете, я помню, что всегда у нас говорили, я закрою эту сделку, я закрою этого клиента. А клиент воспринимал, что я открою этот полис, я открою этот договор. Понимаете, в момент передачи денег получалось, что продажник теряет интерес. Ну, я же уже продал все. А клиент только интерес этот приобретает. Он же только отдал деньги, у него как раз самый интерес. И вот это вот очень такая острая точка, про которую важно понимать, важно помнить тоже. Угу. Ну, и я хочу... потратить дальше время наше, инвестировать, вернее, даже в то, что
на сегодняшний момент вот эта эволюция развития общества, эволюция развития человечества, есть такая концепция иерархии человеческих потребностей. Маслоу, наверное, все слышали, да, и вот во второй половине прошлого века достаточно такой серьезный, выдающийся психолог Грейвс, обработав огромное количество экспериментальных, статистических данных, он сформулировал удивительную модель системы человеческих ценностей. Потом еще были развиты Дон Бек, Кристофер Кован и так далее. То есть целый спектр, это огромный пласт ученых, которые, в общем-то, на разных континентах мира начали исследовать эту тему и пришли к определенному выводу. Вот это называется спиральной динамикой. И как любым продажникам нам важно понимать, это как раз ценности. Ценности людей, они разные. Я вам сейчас буду рассказывать прямо на примерах для того, чтобы вы понимали. Итак, обратите внимание, что вот слева у нас есть такое «я», видите, стрелочка «я» и «к мы». Да, вот эта спиралька, если смотреть на нее сверху, она идет вот с самого низу, с бежевого уровня. А потом как бы идет такое наслоение. И вот любого человека, много человеков, это общество будет, да, если так можно сказать, каждый человек, он эволюционирует. И ценности меняются в зависимости от эволюции. Итак, бежевый уровень, ценность, инстинкт, движущая сила, выживание. Вот когда ребенок маленький только рождается, вот он только родился, он же эгоист. Он неосознанный эгоист. Но ему вот в общем-то вообще не важно, что мама с папой хотят спать ночью. Так? Ребенку что нужно? Выжить. Поэтому он будет плакать, если ему хочется кушать. Ребенок будет плакать, если у него там, например, памперс уже, да, надо бы менять, или у него там что-то болит. Он не будет разбирать день, ночь, вот как только у него что-то происходит, есть какая-то потребность, он тут же об этом говорит. То есть быстрая потребность. Потребность дай, просто ради того, чтобы выжить. И есть часть общества, которые дальше бежевого уровня не выходят. То есть вот на этом они, я сейчас вот на маленьком ребенке, но некоторые дальше не развиваются. То есть, да. Ну, с точки зрения взросления. Где-то в районе полутора лет, полтора-два года, ребенок очень четко начинает понимать, что он не один. И он переходит на фиолетовый уровень, видите, в мы. От эгоизма к коллективизму переходит. Он понимает, что у него есть семья. Он знает теперь, что он уже понимает, что у него есть бабушка, дедушка, там братья, сестры и так далее. И что дети в этом маленьком возрасте, если их вдруг кто-то обидел, они что делают? Они бегут к своим родителям или там к братьям, сестрам, жалуются. Ну и, соответственно, в песочнице тоже, если уже начинают говорить, например, там в трехлетнем возрасте, они говорят, я сейчас брата позову. Или если не умеют говорить, то просто бегут к своей маме или папе и плачут. Да, показывая пальцем, что меня там обидели где-то там-то в песочнице. И здесь ценность как раз безопасность. Это семейные ценности. Фиолетовый уровень очень сильный. Очень-очень. Здесь движущая сила не комистика. Знаете, это про что? Вот руки поднимите, кто елочку ставит на Новый год дома. Зачем? А зачем? Чего такое вас так заставляет вдруг? Огонечки. Да. Вот это вот зачем мы это колючее дерево детство вспомнить? Фиолетовый уровень. Мы не знаем, зачем мы несем это дерево, но мы несем. Нам красиво. Кто-то говорит, чтобы было красиво. Говорит, а кто вам мешает 365 дней, чтобы было красиво? Почему вы несете только на Новый год? Что остальное время у вас некрасиво? То есть, знаете, ценность не сходится, да, вот с логикой. Зачем-то несем. Дальше уже следующий уровень после фиолетового – красный уровень. Красный – это власть и сила. Обычно это как раз 4-5 лет ребенку, когда он понимает, опять эгоизм наступает, когда он понимает, что он «я сам», это возраст, «я сам». «Я сам могу поесть», «я сам могу ботинки завязать», «я сам могу сделать это», «я сам могу сделать это». Очень агрессивный уровень красный. И здесь как раз вот эта власть. Я властвую, я могу, мне там погоны, например, да, я там вот старший или там я там такой-то. Но этот уровень заканчивается достаточно быстро. При условии развития, я сейчас везде, смотрите, я ставлю вам какой-то возрастной ценз, но это не означает, что все так развиваются. Это некая идеальная сейчас модель, я вам рассказываю, развитие. Некоторые остаются на бежевом уровне всю жизнь. Сейчас разберемся с такими клиентами.
Итак, кто-то движется дальше и наступает синий уровень. Вы видите, да, синий уровень – это мы, опять коллективизм после эгоизма. Синий уровень – это закон и порядок. 6 лет. Ребенок куда идет? В детский сад? Нет, идет в школу, а там закон и порядок. И если до этого ребенок, когда захотел, тогда и покушал. А в школе дадут ему возможность рыбу есть в любое время? Нет, наверное, вряд ли на уроках преподавателю понравится, что кто-то ест рыбу. Да? Да и в туалет тоже будешь ходить только тогда, когда переменка. То есть на самом деле нас приучают уже там, с 6-7-летнего возраста к закону и к порядку. И есть целый пласт людей, которые остаются на этом синем уровне. Сейчас разберемся, на компании вам наложу, тогда вы поймете целевые аудитории. В секторе, например, B2B. Да? Следующий уровень после синего, те, кто присытился этим уровнем и готов двигаться дальше, опять в эгоизм, видите, у нас постоянно эгоизм, коллективизм, эгоизм, коллективизм. Оранжевый, успех, амбиции, это вот как раз про тех, кого я спрашивала, кого там новый вот этот iPhone и так далее и тому подобное. Это те люди, которые показывают, в отличие от красного, то есть красный уровень, у меня есть сила, я тебе сейчас покажу, кузькину мать. А оранжевый уровень – это сила интеллекта. Ты можешь быть сильным, но у меня, посмотри, какая машина, у меня вон какая квартира, а я отдыхаю там-то, а я вот так. Вот это вот много некой такой показухи, некрасивое слово, но на самом деле его, вот даже люди, знаете, например, уровень оранжевый – это когда люди покупают на последние деньги или в жуткий кредит автомобиль, а сами потом масло меняют, потому что денег на обслуживание нет. Но зато BMW. Зато BMW. То есть вот это вот такие ценности. Или те же айфоны за дорого, но покупают в кредит. Главное, чтобы был айфон. Вот это вот про это. Я вам говорю, что оранжевых, кстати, очень много оранжевых. Молодежи много оранжевой. Они показывают тем самым, что я вот успешен, да, это вот некая на показ работа. Когда наедаются уже оранжевого, начинается уровень зеленый. Ну, наверное, все вы прекрасно знаете Greenpeace. Да, это вот прям в прямом смысле слова, как организация, так и люди, они переходят на уровень ценности. Люди, отношения, гармония, правильное питание, йога, различные духовные практики, чтобы вода там определенная, там, не знаю, заряженная чем-нибудь, да, они собираются в определенные группы, они могут брать, например, собраться с соседями и пойти сквер какой-то убрать, вот просто сами взяли и пошли убирать. Ну, это ценности у людей такие. Да, если вам говорить про, например, зеленые компании, если сейчас я так сразу параллели вам буду говорить про организацию, например, компания «Вкусвилл». У нее даже и цвет-то зеленый, да, это вот будет не пакет, а будет бумажный пакет, да, чтобы вот он там мог не нарушать экологию планеты, да, чтобы там было только количество, там очень маленькое, чтобы вот покушал, да, и соответственно, лишнего, чтобы не было потребления, да, вот за вот такую вот экономию. Следующий уровень – это желтый. Желтый уровень. Вы видите опять эгоизм, ценность развития и гибкость. Вот в отличие от оранжевого, вот видите, если посмотреть на вот этот ряд на, про эгоизм, да, бежевый, красный, оранжевый и потом желтый. Чем они друг от друга отличаются? Вроде все про эгоизм. Про то, что в отличие от оранжевого, для желтых важно не бренд известный, а бренд мой. То есть обычно люди, доходящие до желтого уровня, очень часто начинают преподавать. Люди, находящие на желтом, то есть, ну, казалось бы, вот на оранжевом они никогда не будут. Я когда была на оранжевом, чтобы я рассказала какие-нибудь тайны, вы бы не дождались от меня вообще ни разу. Я же вас воспринимала всех как конкурентов. Чего это я вдруг? То есть нужно было пережить вот этот зеленый уровень в гармонии со всем миром, с собой и так далее, что всем еды хватит на планете, и не надо ничего ни у кого отбирать, да, то только тогда я готова была давать эту информацию. Я же практик, я же не теоретик. И для того, чтобы дойти вдруг делиться какими-то секретами, знаете, нужно вот вырасти. На желтом уровне важно не бренд компании, не логотип компании, а чтобы это было именно для тебя. То есть я ждала машину, я покупала машину для того, и ждала ее, чтобы тюнинг был именно под меня. Мне нужно было определенное кресло, мне нужны были определенные
цвет именно под меня, а не там какие-то логотипы. Вот кардинальная разница даже вот сразу видно. Люди, которые доросли, например, до желтого уровня, это люди, если это очень обеспеченные люди, обычно они покупают какие-то старые машины. Старые, я имею в виду, это такие древние, редкие, да, и они их реставрируют, даже на них ездят. Вот, казалось бы, неудобно, там вообще нет никакого комфорта, там, например, не знаю, Победу какую-нибудь реставрировать, но для них вот эта ценность. Это гибкость, это чтобы под них, если у оранжевых будет костюм от кого там, от Versace, бывает костюм от Versace? Бывает, да? То у желтых это будет ткань какая-нибудь, да, может быть, известная, но это будет пошив для него. То есть он поедет, например, в тот же Милан, в какой-то, соответственно, ателье, чтобы сшили под него. Разница чувствуете в ценностях? То есть тоже про эгоизм, но не будет. Это будет единственный экземпляр, например, только для него. Угу. Ну и верх коллективизма – это бирюзовость, бирюзовый уровень, такое равновесие, ценность единения и... Здесь такой важный момент, что чтобы никого не обидеть, чтобы это было очень полезно для многих. Очень часто бирюзовые, их не так много людей бирюзовых, ну, бирюзовых в смысле по ценностям, да, это, например, те люди, которые заботятся не только, ну, то есть если зеленые пойдут двор убирать, совместно, да, вот соседи собрались, они зеленые, и пошли двор убирать, то бирюзовые будут, пойдут во власть, сами будут баллотироваться, например, там, в депутаты, или пойдут в общественную палату, к примеру, да, то есть не ради денег, скорее всего, больше в общественную палату, чем в депутатский корпус, для того, чтобы была возможность контролировать УВД, которые, или там ЖКХ, которые будут это убирать, и которые обязаны, потому что им деньги за это платят, будут, пойдут с позиции сверху. Ну, то есть это вот обычно с позиции вот такой. Также наведут порядок, но другим способом. Вот представляете, все люди разные, сейчас я вам сказала, да, вот есть часть людей, которые остаются только на бежевом уровне. Это вот касается не только маленьких людей. Вот есть вокруг вас люди, которые вот только на выживание, на доширак хватает и все. И больше им ничего не нужно. Есть? Итак, если посмотреть на продажи на вот этом бежевом рынке, принцип здесь такой. Здесь и сейчас, а дальше хоть потоп. То есть вот им нужно здесь и сейчас. Я сейчас говорю, ну, например, как много... Вот впереди опять праздники. Каждый год одно и то же в новостях. Каждый год. Это люди, которые покупают какой-то разбодяженный спирт или не знаю из чего. Да, вот просто им нужно сейчас, чтобы выжить, базовая потребность – это еда, выпить. Да? И вот они просто это имеют, а дальше, в общем-то, мало интересует качество их там какое. Сколько их предупреждать, и все равно они опять пьют эту омывайку, замывайку и так далее. И вот здесь главное продать. Доволен клиент или нет, неважно, потому что, скорее всего, он даже не будет возвращаться. Ну, то есть это на какой-то поток. Я всегда, когда иду мимо, например, любого вокзала, видели, наверное, в небо пускают какие-то светящиеся не то вертолетики, не то еще что-нибудь. Вот просто один раз он упал прямо на меня. Я еще и не ожидала, он как-то, оказывается, тихо летает. И я не ожидала, он прям не сильно напугал, я аж вскрикнула. И когда это в руках, ну, знаете, на инстинктах, я просто начала это сбрасывать. Ну, откуда я знаю, что там с неба на тебя упало, да? Может, горящая головешка какая-нибудь. Я очень сильно вот этот вертолетик, прям со всей силы, я по нему ударила и прям об асфальт. Он разлетелся на мелкие кусочки. Ну, то есть там на самом деле качество, вот прям, знаете, ровно вот накупить. На что рассчитывают там продавцы? На то, что большой поток людей. Кто там, возвращаться, что ли, будет? Вот представляете, ты купил, может быть, своему ребенку, сел в поезд, пока довез, у него там все отвалилось. А кому претензии предъявлять? У тебя что, чек есть? Или там еще ты просто на улице купил? То есть там и рассчитано, конверсия здоровенная. Главное, чтобы это было что-то яркое, чтобы вот здесь и сейчас, вот на тебе, вот он готовый, он светится на своему ребенку, заодно ты можешь там заняться своими делами какими-то. То есть вот, вот в таком ключе. Так что на бежевом рынке могут быть продажи в зависимости от того, что у вас за бизнес, да, чем вы занимаетесь. На фиолетовом рынке. Вот здесь очень важно понимать, что это рынок рекомендаций.
Это все, что касается, например, многократного повторения. Ну, например, у вас парикмахерская или у вас там салон ногтевого сервиса. Туда, куда будут ходить регулярно, да, что стрижемся. Обычно, ну что, ты поедешь на другой конец Москвы или там другого города, вряд ли. Обычно ходишь где-нибудь вот в районе в своем, да. И вот для них очень важно как раз работать на постоянных клиентах. Нужно держать качество. Потому что как только качество уменьшится, человек пойдет в другое место. Да, будет менее удобно, ты будешь ездить. Я переехала из одного района в Москву в другой, но на сервисный центр я гоняю теперь. Благо, что это не так часто нужно, но я не перехожу на другое место, потому что вот я там знаю качество. И вот фиолетовый рынок, кстати, вот Coca-Cola скоро, она прям очень часто работает на фиолетовый рынок, на семейные ценности. Одна реклама, вот праздник там приходит, праздник там приходит, всегда Coca-Cola, да? То есть вот заметьте, и там выходит в рекламе кто? Выходит семьи, мамы, папы, бабушки, дети, у всех вот эти огоньки, олень там какие-то, да? То есть вот эта вся машина, вся реклама на фиолетовый уровень ориентирована. Большие бутылки, двухлитровые и так далее. В отличие от Пепси. А Пепси на какой уровень работает? Оранжевый. На оранжевый. У них индивидуальная маленькая бутылочка. Вот там только с тобой. Хотя Coca-Cola потом тоже сделала маленькие имена, чтобы имя было. Да? Ты находишь бутылку, например, со своим именем. То есть на самом деле многие компании стараются проработать всю спиральную динамику, исходя из полностью из всех, всей целевой аудитории широкой. Но не в самом начале. То есть это нужно иметь ассортиментный перечень определенный. Но если вы только начинаете, ни в коем случае не работайте на всем. То есть надо четко понимать. Поэтому вы же понимаете, что если у вас фиолетовый рынок, рынок рекомендаций, качество у вас должно быть вот со всех сторон просто облизать клиента для того, чтобы он к вам приходил еще и еще. Здесь будет органично, если у клиента будет, возможно, там телевизор посмотреть, да, угостить его печеньками. То есть это должно быть угощение, это как будто он в семью приходит. Вот про что. Вот задача продажника, коллеги. Надо креслица у руководства выпросить, да, или там диванчик, чтобы было комфортно, чтобы было уютно. Это не означает, что мы на услуги на экономим, например, или на товаре, но мы должны просто сделать так, чтобы приходилось, хотелось к ним приходить еще и еще. То есть если у вас вот такая услуга, ну или товар. Ой, есть ли продажи на красном уровне, как вам кажется? Красные это такие, это может быть армия, кто такие красные? Это может быть армия, это может быть, ну, в лихие 90-е это были... Сами понимаете, кто даже в малиновых пиджаках ходили, да, в таком красном. Это люди, которые при власти, при силе даже, не сколько при власти, сколько при силе. И у них очень жесткая конкуренция именно среди своих. Там нужно стать своим 100%. А если тебя там не знают, ты просто так не зайдешь. И, потому что у них либо все уже решено заранее, и продать можно только обычно под сильным партнером. Сначала зайти, как может быть, как субподрядчик некий. По чуть-чуть, да, чуть-чуть попробовать. Вот, поэтому, как только они узнают, так, ну, вы сами понимаете, это чревато, если вы где-то сработаете не на том уровне, да, не того качества, то, скорее всего, найдут. В первую очередь будут искать вас как продажника, имейте в виду. Я работала на красном уровне, потому что, да, у них есть деньги, они очень интересны с точки зрения клиентуры, но они, вот мне лично говорили так. Как компания называется? Я говорю, ну там так-то. Он говорит, да вообще какая разница? Ты же понимаешь, если вдруг что-то не так, то мы тебя найдем. То есть, ну, мало ли, вдруг кто работает с такой аудиторией, вы должны понимать, что там даже сленг другой. Ты будешь разговаривать на том языке, на котором они, который они понимают. Угу. То есть и продажнику нужно перестраиваться тогда. А синий? А синий – это вся бюджетная сфера, весь госсектор. Здесь много правил, формальностей, каких-то скриптов. И будет интересовать, сколько лет компания на рынке, какая квалификация персонала. И даже если вы самая лучшая компания в мире, но не сходитесь по какому-то из критериев, то вряд ли вы там выиграете. А у них обычно тендеры. Да, то есть здесь вот как раз тендерная система, есть определенные правила. Ты нам вышли вот лицензию, вышли то-то, 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 то-то. По-другому они не работают. Вот. Только вот в рамках таких вот правил. Ой, что касается оранжевых, ну что, ценности покупателей оранжевых. Креативность, неформальность,
результат с минимальными затратами ресурсов и максимальным количеством. Для оранжевых архиважно, чтобы был там, можно было заплатить картой, чтобы можно было через интернет купить, да, чтобы можно было выбрать. Ну вот МВидео, как сделали, например, это на оранжевых ориентир. Доставка. У нас есть доставка. Вам когда выбрать? В какой день? Я говорю, мне срочно. То есть у них есть понятие срочно, значит, в то время, в которое я укажу, да, это дороже стоит доставка, но для оранжевых это, ну, это прекрасно. Они не смотрят обычно на количество денег. Оранжевым скидки не нужны, имейте в виду. Это тоже очень важно. Ну, кстати, кто придет на полный курс, именно полный курс менеджер по продажам полного цикла, мы там все это прям разжевываем, и вы пишете скрипты еще под каждого. То есть важно, чтобы вы понимали, кто ваша целевая аудитория и как к ним обращаться. То есть вот здесь в положенный срок, не дай бог, вы обещали привезти в 9, не привезете в 9. Вот тут хоть на вертолете пусть едут. Оранжевый сделает все возможное, чтобы не просто у вас больше не покупать. Он на всех, он не поленится на всех сайтах еще вам отзывы дать негативные. То есть этот не будет лениться клиент. То есть он ценит свое время, и негативная обратная связь от них прям вот запросто. Зеленые ценности, ну, здесь как раз экология, качество, какие-то партнерские отношения, все, гармония всего и внутри, и снаружи. Я видела, как Ашан. Раньше же они кучу бесплатных пакетов давали, да, можно было отмотать себе кусок. А вы видите, сейчас нет. У них вот эти зеленые пакеты, которые там быстро перегнивают. То есть они ориентируют, они вытаскивают целевую аудиторию с бежевого, да, вот бесплатные пакеты, это бежевый уровень, лишь бы выжить. Кто-то за пакетиками просто приходил, да, там купил три чего-нибудь, три бутылки молока и каждую бутылку в пакетик, чтобы домой принести тех пакетиков. А сейчас уже нет, они повышают целевую аудиторию, потому что повышают и уровень целевой аудитории вот такими вещами. Потому что если ну, там на ассортимент нужно, сыры должны быть, чтобы определенные, да, чтобы они там были фермерские, у них появились отдельные эти, как это называется, холодильники с фермерской продукцией, где можно эту бутылку там в какой-то автомат засовываешь, да, и, соответственно, сам налил. То есть какое-то ощущение хендмейд, то есть как будто я сама подоила корову. Понимаете, на что? Вот маркетинговая мысль. Продажникам тоже надо про это делать, думать. Понимаете, если мы будем со всеми однотипно разговаривать, а у вас у кого-то может быть целевая аудитория, например, три уровня, а они разные. И ни в коем случае, например, оранжевым или там, ну, вот оранжевый это эгоизм, сказать, что, ну, вот все берут вот это. Это провал будет. А зеленым как раз наоборот. Если, вы знаете, все покупают этот торт, все так хвалят. Да, хвалят, ну, хорошо, куплю именно этот тортик. Чувствуете разницу? Вроде бы про одно и то же. Надо что-то вот, вот с этим менять, желтые ценности. Покупают то, чего еще нет, очень часто. Желтые покупают то, каких-то вот прям ноу-хау. И принятие покупателями только суперквалифицированного, эрудированного продажника. Тут очень важен будет высокий эмоциональный интеллект для продажника. Потому что желтые – это уже продвинутые очень личности. Это те люди, которым будет покупать. Ну, я вот сама по себе заметила, что я как покупатель резко стала смотреть в первую очередь на продавца. Если мне продавец нравится, тогда я посмотрю, что он продает, а не наоборот. И это, ну, реально это факт. То есть я смотрю не на товар, а посмотрю, ну, какой интересный человек. Ладно, послушаю, что там он, где он там говорит и так далее. Да, то есть вот уже по-другому. И ты смотришь на личности. Здесь, если вы не будете продажники личностью, то не факт, что все получится с ними. Ой, можно ли продать бирюзовым? Первый вопрос, что их не надо искать. Они сами к тебе придут. Ну, потому что это те люди, которые очень четко понимают, чего они хотят. И обычно, если даже вы нарветесь каким-то образом на бирюзовых, то будет это выглядеть так. Ты. Вот мне это. То есть это все и чаевых побольше. То есть вот у меня дочь летом работала бариста. Она вот таких бирюзовых очень любила, потому что они кофейне какой-то преданы. Они в одно место ходят, у них есть там любимое кресло, у них есть любимый напиток. Для них очень важно, чтобы предыдущие уровни никуда не деваются, они же наслаиваются один на другой, чтобы вот именно вот этого человека
им пришлось систему определенную ставить, опознавание. Вот вы пришли, лицо ваше опознали, в системе появилось, написано «любимый напиток такой-то», чтобы бариста уже вам, как обычно, ваш любимый напиток такой-то, а бариста первый раз видит этого человека. Понимаете, это IT-технологии, это такие вещи, которые тоже в помощь, например, продавцу. Да? То есть мы же можем рассматривать в кофейне бариста как продавца, а там больше никого нет. От него зависит, ты купишь еще что-нибудь или нет. И вот как мне, когда спрашивают, одно дело спросить, вам в кофе сироп какие-то положить? Это вот на каком уровне со мной разговаривать? Налить? Красный. Какой? Да просто правило, синий уровень, типа мне положено в скрипте спросить тебе да. Чего-нибудь там налить и все, и никакой эмпатии, ничего. Так хочется сказать, ну себе налей, мне не надо. А если тебе начинают, а у нас есть вот такое, вот такое, вот такое, да, Starbucks как сделал? Персонализировал все, да, на, можно написать, а еще и какие-то интересные названия придумал. Вот тебе оранжевый уровень, вот тебе продажи, самый дорогой кофе, ну, среди вот таких вот сетей. Целевую аудиторию нашли? Нашли, вот она вам продажа. Угу. Поэтому я вам домашним заданием таким, да, первое задание. Подготовьте портрет целевой аудитории своей и опишите основные потребности вот ваших потенциальных клиентов, чтобы вы понимали, какого они цвета и, соответственно, как себя вести. А второе, обведите у себя в календаре 30 сентября. Потому что я вас там жду. Это будет полный курс менеджер по продажам полного цикла. И выпустила я огромное количество продажников, которые именно полного цикла, которые могут, начиная от такого базовых основ маркетинга, до назад верну до задания, до составления скриптов. Все уйдут со своими скриптами, каждый под свою индустрию. Я всех проверяю. Никто вот просто так отсидеться точно не получится, коллеги. Да, поскольку я не теоретик, мне легко проверить, что работает, что не работает. Вот, поэтому если не отсидеться, если действительно хотите четко понимать от начала до конца, как вести своего клиента, очень многие вносят изменения прямо в систему управления даже продажами, да, просто приходят сами продажники, говорят своим начальникам, и они, соответственно, вносят эти изменения, потому что иногда прям, знаете, на поверхности. Я говорю, да что ж вы делаете, внесите вот это, да, какую CRM-систему, например, внести, как это все сделать, чтобы клиенту было приятно, и они были довольными. Угу. Цена вопроса на сайте посмотрите, поскольку я здесь в качестве именно преподавателя, поэтому там есть разные скидки, уже у нас уже занимались вы или не занимались, от этого будет зависеть еще в том числе. Но то, что вы придете именно не просто с теорией, а именно с практикой, отработки и выступлений в том числе, потому что для некоторых продажников важно навыки ораторства, потому что они выходят с презентациями, например, в секторе B2B, да, сектора, там важно, как отрабатывать возражения. Мы полностью все несколько моментов структур, как отрабатывать. Секретные технологии ФСБшные тоже дам в отработке возражений, поэтому на самом деле, если кто-то захочет, я буду рада увидеть, тем более он вот в очном формате, а в очном формате он, я бываю всего два раза в году, ну, чтобы вы понимали. То есть это не такой частый тренинг, потому что я веду больше 30 тренингов разного формата, и этот не частый. Поэтому если удастся попасть, я буду только рада.